Всем привет! Вы на канале Домашние питомцы, с вами я, Света. И, ребята, смотрите, что мы приобрели. Мы приобрели гамарус. Вы представляете, я нашла зоомагазин, где продавался нормальный гамарус, который вроде бы как, ну, внушает доверие, потому что здесь хотя бы пишут срок годности. И давайте прочитаем, что здесь написано. Это от фирмы Зоомир. Тортик какой-то, корм для черепах с минералами для укрепления панциря. Дальше смотрим, что у нас здесь. Универсальный корм для декоративных, аквариумных и террариумных животных. Содержит витамины и минеральные вещества, необходимые для формирования и укрепления панциря черепахи. Повышение устойчивости организма к различным заболеваниям и стрессовым состояниям. Корм отличается высокой усвояемостью, не замутняет воду. Рекомендуется для кормления водяных черепах, лягушек, тритонов, ящериц, моллюсков. Моллюск – это как раз-таки улитка. И ракообразных, а также подойдет для обогащения рациона большинства аквариумных рыб. Состав. Гамарус – гранулы, содержащие креветочную муку, морские водоросли, рыбную муку, пшеничную муку, соевый белок, раковины моллюсков, креветки, витамино-минеральный комплекс. И инструкция по кормлению. Кормить 1-3 раза в день. Корм давать небольшими порциями. Ну, мы инструкцию по кормлению не будем читать, потому что у нас не рыбки. Ну, в общем, такая вот вещь. Здесь написано белки 30%, жиры, зола и влажность. Как раз таки. Мне очень понравилось то, что здесь написан срок годности. Хранить в закрытой упаковке, беречь там от влаги, беречь солнечных лучей. Там срок годности 2 года. И он был создан в декабре 2019. Ну, то есть буквально недавно, очень хороший срок годности. Давайте посмотрим, как он выглядит. Выглядит он вот так. Я его открыла, вскрыла. И, собственно, вот. Вот что мы с вами видим. Мы здесь с вами видим гамарус сам. Это вот эти вот червячки. И какие-то вот гранулы. Тут несколько видов гранул. Так что вот так вот. А это я буду давать улитке Ахатина. Своей Кае. Вот. И также я буду добавлять это мыни в корм. Потому что мыни такое тоже можно. В качестве белковой подкормки. Давайте попробуем дать это нашей крыске и улитке. И посмотрим, понравится ли им это. Ребята, проверяем, будет ли улитка есть гамарус. Я здесь две дольки ей кинула. И смотрите, как она прям лопает этот гамарус. Слушайте, ей кажется, очень нравится. Она его и это ест. Смотрите, она его ест. Офигеть. По-моему, она очень рада гамарусу. И она его лопает с огромным удовольствием. Я сейчас еще немножко насыплю. Сюда вот с краю. У нее уже завтра буду убираться. Смотрите, как она изгазила весь контейнер. Вот это видите, да? Я думаю, вы поняли, что это. И вот это. А может быть вот это? А как насчет вот этого? Даже на потолке, можно сказать, на крышке контейнера. В общем, улитки грязнули. Самые настоящие грязнули. Вон тоже валяется. Да, Кая, ты засрала, простите за выражение, весь контейнер. Вот так вот содержать улиток. Улитки могут. Так что будьте готовы к такому повороту событий. Лично я не ожидала, что они так много ходят в туалет. Честно говоря, для меня это было шоком. Ребята, Мэнни ни разу в жизни не ел гамарус. Здесь какие-то штучки там такие зелененькие. Я не знаю, что они не это. Вот. Не знаю, что это такое. Давайте, наверное, попробуем дать Мэнни первый раз в жизни гамарус. Надеюсь, он не откусит мне палец. Смотрите, он ест гамарус. Эй, Мэнни, ты куда? Куда ты? Он ест гамарус. А вот эту вот зеленую штучку будешь? Смотрите, ест зеленую штучку. Гляньте. Хрустит ей. Давайте его сюда подзовем, чтобы было лучше видно. Смотрите. Смотрите на это чудо. Он взял, там здесь было много вот этих зеленых штучек, а это вот рачки сами.
Гамаруса. Как тебе, дорогой мой? Солнышко ты моё. По-моему, ему нравится, он ест, смотрите. Я просто белковый прикорм ему давала в виде яиц отварных и в виде вареной курочки. Смотрите, как он лопает. Ой, вообще прям за обе щеки хрустит. Слушайте, ему правда, ему очень понравилось. Я рада, что и улитки, и мы не очень понравилось это. Здорово. Растите у меня большими, здоровыми. Ребят, смотрите, ему понравилось. Как вы думаете? Вы были на канале «Домашние питомцы»? Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах Ютуба. Любите животных. И всем пока.